Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием «Аватар» Джеймса Кэмерона. Так, хорошо, в прошлой серии я исследовал самый первый стартовый район на 100%. Не знаю, нужно ли будет прям абсолютно все районы исследовать на 100%. Так, но задания у меня никакого нет, к сожалению. Так. Куда вам нужно? О, это другой пилот. Так, действительно, куда мне нужно? Так, здесь я 100% получил, здесь 70%. Активное задание. Я зря из этого района улетел. 10. Ну ладно, давайте в иглы отправимся. Там на 70% у меня выполнено, короче, задание. Там карту исследовать, кого-то отстреливать, скорее всего, какие-нибудь образцы собирать. Так, а вот это я знаю место. Так, во-первых, первое созвучие. Вернуться в адские врата. А, ясно. Так, смотрим, какие проблемы у района есть. Разведка карты. Активировать ГМИ. Вот, раз, два, а других ГМИ нету, да? Потом еще какие есть проблемы? Зрелые стебельки уничтожать, установить все три моды. Сбор образцов. Так, зрелого стебельник. Короче, надо уничтожить 30 стебельников, карту разведать и 3 ГМИ поставить. Стебельники. Ну, давайте посмотрим, что за стебельники такие. Странно. Я рад вас видеть. Вроде как 20 из 20 написано то, что я поставил. А этот почему-то не поставлен был. Так, значит, поедем сюда. Налево. Так, сразу ищем, кстати, стебельники. Там что-то сверху есть. Какой-то цветок. Так. Мне это понадобится. Странно. Написано же, что я 20 из 20 поставил. А, 20... А, то есть установите все три моды. Ну, вот, это разве не три мод? Ну, значит, это не три мод. Это у нас что такое? Починка транспорта? У меня есть предположение, как могут стебельники выглядеть? Ничего необычного. Ха. Кстати, у нас есть Пандоропедия. Давайте посмотрим. Флора...
А, странно. Может, фауна? Тоже нет. Короче, не знаю, как стебельники выглядят. Ой, Нави! Так, где я нахожусь-то вообще? Так, вот... Подождите, я вот поехал... Вот так... А, нет, подождите, я вот отсюда поехал, потом сразу налево здесь немножечко исследовал территорию. Так, ясно. Куда он там убежал-то? Испугался? Так, еще кто-то стреляет. Так, все. Всех зачистил. Один убежал. Но раз он убежал, я не думаю, что он вернется. Так, поедем в эту сторону. Ага. Спасибо. Подожди, может это и есть стебельник? Нет, это не стебельник. Спасибо. Так, а где стебельники-то? А может это стебельник? Зрелых стебельников. Это значит растение. Так, подожди. Давайте сейчас вернемся в эту сторону. Так, оба. Разве это не ГМИ? О, я знаю, где ГМИ находится. Отлично. Раз, два. Блин, значит, на том районе... Понятно. Так, ну, мне осталось стебельников. Стебельники еще поискать надо. Стебельников уничтожить.
Так, случаем... Ты не степельник? Скорпион на чертополох. Это может пригодиться. Ага. Ну что ж, ладно, поедем дальше. Машину опять сломал. Она сейчас опять дымиться начнет. Это может пригодиться. Блин, я не пойму, что за стебельники? Где они находятся? 30 штук, не так уж и много. Так, он там Нави ходит один. О, кстати, это же наша база разгромленная. Нефтекачалки. Так, давайте направо. Так. Баги. Ну это просто обычное растение. Так, это тоже не то. Может, это все-таки стебельники? Не, вряд ли. Подождите. Так, нет, это не стебельники. Хотя бы знать бы, как они выглядят. Может, их можно только на вертолете уничтожить? Здесь самые стебельники. Поэтому я их найти не могу.
Так, вы же не стебельники. Так, я не знаю, где стебельники находятся. Может, они все в одном и том же районе находятся? Который я еще не открыл. Так, стебельники, блин. Я возьму это. Так, ну сейчас мы пройдемся. Это мне понадобится. По неисследованной территории. Ой-ой-ой. Погибну же ведь. Так, так и есть. Мне это понадобится. Так, ладно. Да, и машина сразу заглохла. Зря машину испортил. Что-то я вообще мажу. Лучше взять это. Пополняем боезапас. Я просто сюда опять вернулся из-за того, что, может быть, я пропустил где-то стебельников здесь. Звучит, как будто это либо какое-то насекомое, что вряд ли, потому что там зрелые стебельники нужны. Либо как растение, что, скорее всего, так и есть. Не пойму, где они могут скрываться, эти стебельники самые. Так, может, здесь где-то? Стоп, это же та самая пещера. Я был здесь в прошлой серии.
Так, здесь стебельников нет, здесь. Наверное, где-то здесь стебельники находятся. Так, ладно, есть идея. Выйти в главное меню. Потом снова перезайти. И, возможно, меня отправят на базу. Если это так, это очень хорошо. Так, да, меня вернули назад. Так, ну ладно, давайте слетаем, короче, задание новое возьмем. Так, активное задание одно здесь. Это наша стартовая база, походу, куда мы прилетели в самом начале. Да, так и есть. С начальством надо, короче, поговорить. Так, что-то я куда-то не туда пришел. Ха, странно. А, с тобой, наверное, поговорить надо. Нет. А, это лифт. Надо было зайти в лифт. Райдер, теперь у нас есть первое созвучие. Время начинать. У нас есть еще немного времени, прежде чем эмулятор заработает. Эмулятор? А, ты же еще не знаешь. Всему свое время. Сейчас нам необходимо загрузить это созвучие. Вставь его в модуль и посмотрим, что это даст. Первое созвучие. Монро приказывает передать первое созвучие. Так зачем все это, док? Дай мне объяснить. У Нави уникальные взаимоотношения с их планетой. Используя священное место Древа Душ, они могут связаться непосредственно с экосистемой. Так они общаются со всей планетой. Но мы ищем что-то другое. Наши исследования подтверждают, что есть еще одно место, которое может помочь нам прервать общение Нави с планетой. Мы ищем затерянное тысячелетия назад место, которое называют Источник Душ. Если нам удастся найти это спящее место и разбудить его, я думаю, что мы сможем использовать его как черный ход Кейве. Мы разорвем связь с Нави с планетой. Тогда планета наша. Вот тут и нужны твои созвучия, Райдер. Мы не знаем, где находится спящий источник. Созвучие помогает определить его местоположение. Именно. Если ты соберешь достаточно созвучий, мы сможем триангулировать точное местоположение спящего источника душ. Посмотрим, что нам даст первое созвучие. Отлично. Видишь красные точки? Это возможное местоположение места силы. Каждым созвучием мы сокращаем количество красных точек. И эта точка и будет нашим источником душ. Это ты придумал этот план? Именно. А я гений. Пора связаться с командиром Фалка для получения следующего задания. Так, хорошо. Давай поговорим с командиром Фалка. Для тебя есть следующее задание. Ты отправляешься на передовую. Офицер Мидори встретит тебя в зоне высадки. Вы знакомы с моим летчиком Асом Труди Чакан. Она тебя сопроводит, она лучшая, с ней ты будешь в порядке. До дальнейших указаний из яйцеголовых можно доверять только Монро. Это понятно? А что, напряги с учеными? Эти три нытика плачутся по поводу эмулятора. Беспокоятся об этической стороне дела. Монро упоминал об этом. Что это за эмулятор? Концентрируйся на задании, Райдер. Будешь пестовать свою совесть, окажешься на наконечнике копья Нави. Выполнять. Так, передовая. Фалка приказывает отправиться на передовую.
Открыта новая территория. Передавая. Подождите, а тут у нас что такое? А, это спуститься вниз, что ли? Ну да, это лифт. На передовую мы сегодня не полетим никуда. Сегодня я отправлюсь обратно. Утечка топлива в автопарке. Всему персоналу сохранять готовность. Короче, на территорию, с которой мы только что прилетели. Не знаю, как она называется. Но это точно не тренировочный лагерь. Так, сейчас я даже скажу как. Так, передовая. Нет, не передовая. А, голубая лагуна. Адские врата. Иглы. Иглы. Так, отменить. Здесь 100%, здесь не... Так, здесь всего лишь 75%. Так, ладно. У нас тут совсем ничего осталось, блин, времени. 4 минуты. Ну, думаю, я, может быть, что-нибудь успею сделать до конца серии. Ну, в случае чего, можно серию подлиннее немножечко сделать. Так. А, нам надо телепортнуться. Телепортнуться куда? Так, здесь я уже все исследовал. Давайте сюда. Так, у меня осталось исследовать территорию. Ой, на 100%. Так, уничтожить 30 стебельников. Так, аккуратно. Так. Активировать 2 ГМИ. И все. Так, стоп. Это змеи-волки. Эх, чашечники только находятся. Так, не в ту сторону я поехал. Или в ту. А, там у нас река. А, у меня другого пути так-то нету. Так, ну значит поедем сюда. В этом направлении. Так. Сюда. Ну-ка. Тапир. Мне это понадобится. Да ё-моё, нет! Машина перевернулась. Только этого не хватало.
Так, ну по крайней мере я исследую новую территорию. Так. А можно ли как-то забраться на эту скалу? Скорее всего, нет. Может, стебельники как раз-таки на скалах вот таких вот высоких находятся, и поэтому я не могу. Стоп. Может, это и есть стебельники? Слушайте, вполне может быть. Да, это стебельник. Только я такие уже уничтожал. Мне их почему-то не засчитали. Так, ну я знаю, вот, смотрите, сколько их тут. Вертолет нужен, как я и думал. Ну, значит, у нас тут остается только территорию исследовать до конца. Мне это понадобится. А, активирую два ГМИ. Два вот этих телепорта. А потом уже на вертолете сюда прилететь и уничтожить эти стебельники. И все. И территория на 100% зачищена. Так что давайте на этом мы завершим серию. В следующей серии я прилечу сюда на вертолете, зачищу тут все. А потом будем уже исследовать карту. Можно, кстати, на вертолете тоже ее исследовать. И активируем 2 ГМИ. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.